радиоприемник веб-спидола, которая из фильма «Ошибка резидента», собранная из кусков. Посмотрите, как себя ведет. Можете, дадите совет, что с ней. Питание подаю, вот от блока питания. Вот сейчас вот включу. Вот, 8,4 вольта. Блок питания ступенчатый, так что точнее не настроишь. Так вот, включаем длинные волны. Тишина. Среднюю. Сорок девять. Сорок один. Тридцать один. Вот что-то похоже на рельс, но с какими-то биениями. Вот речка уже китайская. Что может быть? Или просто вещания нет? Или с антенной что-то напортачил? Я поставил не родную, конечно, телескопическую антенну, но я думаю, это все равно. И подсоединил ее, вот показываю, на первый штыречек. Напрямую, без всяких кондеров, без всего. Ну, вроде по схеме так и есть. Вот схема. Вот так, видите, антенна. Это вот на внешнюю дополнительную антенну через кондерчик. А штыревая, как я понял, она просто напрямую на первую ножку идет. Так что, кто может дать совет? Выслушаю с благодарностью.